мыть посуду и наводить чистоту в доме с тем же комфортом. Даже если из-за западных санкций ассортимент заграничной бытовой химии поредеет, останутся отечественные аналоги. В Ульяновске с 2014 года работает компания-производитель, которая выпускает несколько линеек товаров. Есть и жидкое мыло с фруктовыми и ягодными ароматами, и кондиционеры для белья. Также предприятие производит охлаждающие жидкости для автомобилей. На сегодняшний день мы можем заменить до 100% моющих средств бытовой химии иностранного производства средствами, которые можем производить сами. Испытания в лабораториях продукция прошла. Как утверждают производители, средства не сушат кожу и не вредят окружающей среде. Продукцию можно найти на полках ульяновских магазинов. Также товары реализуются крупным дилером из Тольятти, Челябинска, Воронежа, Владивостока и даже Якутии. Что немаловажно, наш производитель старается использовать отечественные материалы. Если возьмете тюбик из-под средства для мытья посуды, то крышку делают в Димитрограде, этикетку делают в Ульяновске. Саму упаковку выдувают из российских составляющих здесь непосредственно на предприятии. Та упаковка полиэтилен, который используется в упаковке уже большего масштаба, также производится на территории России и делается непосредственно на предприятии. Ранее компания закупала поверхностно-активные вещества у западных компаний. Эти реагенты сокращенно называются ПАВами, представляют очищающие и пенообразующие компоненты. На данный момент руководители ищут альтернативные поставки из Турции, Индии и Китая. За 8 лет компания смогла перейти на использование собственного сырья для производства белизны. В Ульяновске находится единственная в Центральной России станция для получения гипохлорита натрия, который является основным элементом продукта. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.